И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на Красную площадь. От мавзолея налево через мост и до района. Салам алейкум, все очень просто, мы дома. Кому-то надоело слушать про эти улицы. Его дело, пусть лучше где-нибудь потусуется. Я знаю длину забора, высоту бордюра, палатку с беломором и подъезд, где можно курнуть. Что уже неделю на районе только мягкий черный. И в какое время на кузне освобождают урны. Во сколько встает солнце и знаю точно где. Считаю трамваи, пуская круги по воде. А на той стене, где баскетбольное граффити, дальше было написано гуф, но сейчас уже не увидеть. Я продолжаю заниматься рекламой района. Так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. Зэмэ, вот что я называю домом. Мир всем местным, one love дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Знаю, как быстрее дойти и знаю куда. В этом мне помогают пути и провода. Тут я могу намутить, даже когда нет бабла. Могу предвидеть, кто сейчас выйдет из-за угла. Могу проехать спокойно по три кирпича и у людей в форме спросить, который час. Могу заорать «Ай!» на площади в два ночи. Я не сомневаюсь, меня поймет райончик. Кто-то интересуется, как я вожу экскурсии. Хуй с ним, я покажу, вы главное чувствуете. Говорят, что я читаю об одном и том же. Бабушка, райончик, планчик, Китай, рифы похожи. Так вот, я больше не живу у бабули. Недавно переехал с местности, зэмэ, прости. Так же, как и раньше, я пью китайский чай и много дую. Все, кто надо, на связи, я поблизости. Я продолжаю заниматься рекламой района. Зэмэ, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. Зэмэ, вот что я называю домом. Мир всем местным, ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Странно, из того ни сего внук переехал, друг, и я не знаю даже, где они сейчас живут. Зато я тут, я всегда на месте. Меня все время фоткают странные люди в подъезде. Я здесь, как обычно, скромно. А там в сторону мимо ням-ням и до дома. Еще не темно, но вроде пока не скользко. Я поняла, опасно на улицах Москвы. Мимо спортивной площадки, где я 100 раз искала внука. Мимо стены, о которой мне сломали руку. И когда я достаю ключ и подхожу к домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или из Нижнего Новгорода, или из Тагила. Я продолжаю заниматься рекламой района. Зэмэ, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. Зэмэ, вот что я называю домом. Мир всем местным, ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Зэмэ решает. И если что случится с внуком, вы знаете, где меня искать. Я сама и вас найду. Оторву уши и все на свете, что только болтается. Мир всем местным. Все кончено. Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это такое? Yeah.
еще один последний раз. Я умоляю, прости, а? Больше так не буду, я обещаю, мне очень стыдно. Держи, вот мой мобильный, серьезно, хочешь, возьми, на. Сотри всех дилеров, удали новые имена. Девочка, мне только ты одна нужна, слышишь, иди сюда. Пожалуйста, поближе, прошу, это же я. Прости, дурака, дорогая, че-то снова черт попутал. Меня давно не привлекают такие маршруты. Я знаю, тебе было трудно эти дни, любимая. Я только с тобой теперь буду, иди, обними меня. Кстати, выглядишь очень круто, нереально красивая. На меня не смотри, на мутках дело не в стиле. Я и не мутил эту гадость, мне домой мешок принесли. Поставили рядом, сказали, пусть он вот тут постоит. Можем угостить, если надо, на, сколько угодно возьми. И я не жадный, но из-за погоды хотелось грустить. Да ладно, мы оба знаем, ты никогда не сможешь уйти. Меня придется простить, дорогая, как ни крути. Кто там звонит, ну не мешай, а хватит, дай подойти. Блять, меня будут ждать люди на студии к 9. Со мной нельзя, сори, правда, пойми, там одни ребята. Они курят и ругаются матом. Сегодня суббота, я без пробок, туда и обратно. Но что-то не надо, погода изменится завтра. Айс, 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 бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс, 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 бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби. Вот это да, у меня теперь есть жена. И сегодня я люблю ее сильнее, чем вчера. А завтра буду любить сильнее, чем сегодня. Ну да, наверное, я старомоден. Она засыпает у меня на плече в самолете. Она не читает, о чем я пишу в блокноте. И меня прет все то, что происходит. Хочу маленького гуфика, домик в Подмосковье, огородик. Кто-то сказал вроде, что я женился не вовремя. Но не появись она, не было бы и меня. Был бы наш совместный с принципом подарок. И мой город дорог, посмертно выпущенный на ЦАО. Она проснется уже часа через два. Спросит у меня, спал ли я. Я отвечу, ну да. Ее всегда бесит, если я пишу ночью. Ну и че, как песня, еще не закончил. Айс, 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 бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс, 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 бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби. И неужели писать про любовь настолько сложно? Встревоженно думал Лёша, полулёжа. Надоело писать и стирать всегда одно и то же. По-хорошему надо забить и отложить на попозже. Я так не волновался, даже когда писал новогоднюю. Ну хотя бы несколько фраз, ну может сегодня. В честь праздника, дня всех влюблённых, но глаза красный гаснет экран у телефона. Айс, 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 бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс, 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 бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс, бэйби. Давай уже, пора. Нет, они живы, они успеют. Yeah.
Очень скоро укатит в депо все эти трамваи. Но пока мне говорят хватит, я продолжаю. Может я и перестал жестить, как тогда. Но где кончаются пути, начинаются провода. Да, меня это так прет, запретный плод сладок. Качество стафа зависит от количества бабок. И я бы жил нормально, но увы, я привык смотреть куда-то выше вашей головы. Я из Москвы, и вы знаете откуда. Я повторять не буду, меня понять нетрудно. Гуф, три буквы, я жутко мутный. Вась, замес лютый, ты смотри, не попутай. Темное время суток, я кушаю фрукты. И тупо брожу на чистопрудном в поисках пудры. Сегодня в Южном Бутово я вырубаю дудку. Завтра ветра попутного тушка улетает в тундру. В юго только у пилота есть катапульта. Но я ведь внук Аэрофлота, поэтому хуй там. И пока шуры в руках, и кейф за пультом. Всем берегам салам, айо, народ, салют вам. Сказали, надо нести ответственность за кого-то. Эти треки могут как-то навредить кому-то. Сейчас модно писать про любовь или погоду. Вот только трудно, так что ловите про замуты. Мне сверху видно все, ты так и знай. Ай, почитай мою книжку и давай взлетай. Высоко, но не слишком, чтобы вернуться обратно. И накинь пальтишко, тут довольно прохладно. Аккуратно, смотри, не задень провода. С утра было пасмурно, но я разогнал облака. Все правильно, теперь давай сюда. Можно летать без палева, если не пугает высота. Одни Москвы и в руке большой сплиф. На вопрос, как ты, обычно отвечаю, я убит. Фейк МСИС на слив, не надо фит просить. Мысли подбит, это и есть хип-хоп из России. Второй сольный, мясо поверх минусово. Капы с московским смоком, и ты б не смог так. Сотка за 40 того сорта, от которого в сопли не попасть на срок. Хуй знает насколько, ведь столько серых и столько уже село. Каждому терпение и веры на это время. Раз-раз, йо. Раз-раз, йо. Звучок с окраин, парень, что-то знакомое. Если вставляет, лучше посоветуйся с наркологом. От кока-колы и туда выше к мосту по Боровке. Я с Переделкино, если еще не понял, чит. Я тучи разведу руками, как Аллегрова. По жизни занимаюсь тем лишь, что кашу под негров. Летай со мной и двигайся еще плавнее. Второй город дорог уже готов у нас на небе. Мой лучший друг это Шур СМ-58. Если мы с ним в тандеме, то значит все серьезно. Мы здесь не мерзнем, то что несем доступно многим. Не забывай, Саша, старый мельник, слэмом Букин. Эти треки могут навредить только их авторам. Но я найду того, кто даст надежду на завтра. Я не болею, потому что я всегда подлечен. Береги печень, сын, здесь гуфы, тандемчики. Мне сверху видно все, ты так и знай. Ай, почитай мою книжку и давай взлетай. Высоко, но не слишком, чтобы вернуться обратно. И накинь пальтишко, тут довольно прохладно. Аккуратно, смотри, не задень провода. С утра было пасмурно, но я разогнал облака. Все правильно, теперь давай сюда. Можно летать без палева, если не пугает высота. Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое. Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту. На бежевом мобиле Вектор встретить нас в Домодедово утром в среду. И даже если сам он в Медведково, пробки конкретные он встретит с плотно забитой пипеткой. Круто прилетать откуда-нибудь издалека, знать, что тебя ждут дома, как и всегда. Потом попросить огня скосить глаза и смотреть, как под стеклом тлеет гидропоника. Сам сравни, что лучше со своими людьми, развалившись фантазировать на тему всякой фигни. Лишний раз оценить качество московских бошек. Или в такси не пизди, не кури, смотри в окошко. Известен широко в кругах узких, вычислить нелегко, он хозяин белорусской. Мерси, Микос, Забитос, а ты чувствуй респектос нехуйственный, от белки до кузни. Сейчас я что-нибудь тут придумаю, скажу. Короче, кто хочет, приходите вообще через Попенгаген на Палкин-стрит в Дангах. Мы вам, блядь, там все сделаем, хотите так, этак. А, вот, еще есть такая тема под колпак. Значит, кто хочет узнать, что такое под колпаком, и вопрос,
сами, куда звонить. Программа «Антисон». Это программа «Антисон», да. Ты наберешь один раз, потом тебе в ответ раз 10. Ночью в 3-5, похуй где-то, в каком городе, пиздец. Вообще, лучше не надо. Домашний телефон, от кузни до белки. Иногда на Мичурю, мы всегда здесь, на месте. Но мы не курим, не употребляем ничего. Да, это правда, короче, пиздец. Оптимизировать, взаимодействовать могу намутить. Там, конечно, нарежет вся хуйня, вот и прочее. Погоны, дудка, гулики. Пацаняриками мы тоже ляпки копаем. Водный решает. Да я хуй знает что. Колпак не шутки, серьезно, замес лютый. Я не скажу, где мы берем. Ну что, я думаю, все, наверное. Пиздец, хуй знает. Мы должны вернуться. Вернуться? Куда? В комнату, где очнулись. В начало. Двери закрываются. Шикарное царство, размахом поражающее, за копейки приглашает всех желающих, куда-то спешащих и просто гуляющих, бодрых с утра и вечерами засыпающих, опаздывающих и уже опоздавших, местных шарящих и приезжих от своих отставших. И вряд ли я что-то приукрашу, если просто скажу, это все наше. Ну и как сами видите, прикиньте, ловите вам подарок от души, дорогие жители. И тусуйтесь там, суетитесь, любуйтесь, но будьте бдительны и не сорите. От края платформы отойдите, повышенная опасность, вся фигня, вы помните. Мое любимое московское метро, вот оно, точно, тема про него. Быстро, удобно, надежно, всегда тепло. Для нас бесплатно, для вас совсем недорого. И я тебе не завидую, если ты никогда не видел этой подземной красоты. Кстати, сейчас я хотел бы обратиться. Послушайте, уважаемые гости столицы, типа жаждущие культурно продвинуться, плиз, просто спуститесь вниз, сюрприз. Вам это не снится, постарайтесь что-то впитать и чем-то тут проникнуться. И прежде чем бежать на выставки и в музей, прогуляйтесь по нашему подземелью. Нет, я прошу прощения, гости, но эта тема посвящена, к сожалению, тем, кто с рождения в этой плоскости главным лицам этого андеграунд представления. То есть нам, то есть муравьям, да и то не всем, а только тем, кто рано утром, днем или по ночам ориентируется тут легко, без помощи всяких схем. Тем, у кого есть любимые маршруты, кто сейчас мчится в поезде на свои замуты, кто знает грамотные пересадки, знает, где надо зайти, чтобы выйти у первой арки. Кто, избегая кольцевого сумасшествия, добирается на район с пакетом без происшествий, кто, попадая в океан открытый, прячет глаза убитые, лениво зевает. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям лови метрополитен мэйл. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям лови метрополитен мэйл. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям лови метрополитен мэйл. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям лови метрополитен мэйл. Метрополитен мэйл. Надо спасти его. Он неудачник. Забудьте о нем. Мы не можем его бросить. Можем. Я так сказал. Ну.
судьба, нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я був 2 икса, плюс ты оригинал 2. Но ситуации бывают разными, и на земле всегда будет хватать охуевших пидорасов. В тот странный вечер 25 октября, прости меня, ба, за то, что не уберег тебя. Короче, слушайте в двух словах мои следственные показания под музон еще и в стихах. Здесь все именно так, как там у них на бумагах, с моими подписями в их печатях и штампах. 25 октября 2007 года я такой-то, такой-то шел в сторону дома вместе со своей девушкой, такой-то, такой-то и другом, таким-то, таким-то шли в сторону дома. Мой двор на местности называют пьяным, там постоянно бычье, студенты, панки, эмо, фаны. И мне не показалось странным, когда пятеро в углу двора пиздят одного ногами. Не показалось странным мне, но не моему другу, который пошел к ним. Слушайте дальше. Я хватаю свою девушку под мышку, а он к ним типа: парни, слышь, хорошая, ты уже слишком. Все как один разворачиваются в сторону него. Я понимаю, какое-то нездоровое дерьмо. В эту секунду вы не поверите, такая картина. Из подъезда выходит Тамара Константиновна. 5 невменяемых типов ломятся убивать нас. Девушка, бабушка, паника, ужас. Если бы Original Ba там бы не ступила, этого может быть и не было, но было то, что было. Потом, как и должно быть, конечно, по сценарию предусмотрено 20 секунд экшена. Эти 20 секунд нам показались бесконечными. Улицы, дверь, домофон и клетка лестничная. Нас там чуть не убили, было очень страшно. Мы еле забежали в лифт и нажали этаж свой. Слышали их топот параллельно, пока мы поднимались. И мы ужасно испугались. Чудом забежали в квартиру, стали звонить в милицию. Все втроем мы начали звонить в милицию. Хотели позвонить кому-нибудь еще, но было некому. И мы продолжали звонить в милицию. Трое стояли внизу под балконом, орали: спускайтесь сюда, вам пиздец, гондоны. Двое дергали ручку и били ногами по двери. И штукатурка осыпалась, приди, посмотри. Пока они ушли, прошло минут 15 где-то. Мы вспомнили про бабушку, она ушла к соседу. Мы и подумать не могли, что пока мы были наверху, какая-то сука сломала бабушке руку. Мы отвезли ее в больницу, там ей наложили ГИС. Старушке 83, читает газету «Жизнь». Почему не стали подавать заявление в милицию? Наверное, не хотели трепать себе нервы. Короче, все затихло, типа все замяли. Съездили с любимой отдохнуть, купались в океане. Мы летаем, сидим дома, дуем, 7 утра. Звонок в дверь, на пороге опера. Вы такой-то, такой-то, с нами пройдемте. А что случилось, мы вам расскажем по пути. Везут меня до отдела, и там я понимаю, что у какого-то дела я главный подозреваемый. Оказывается, в тот же день того же года им поступило заявление такого рода, точнее уведомление, из Склифосовского доставлен сотрудник милиции, отпизженный жестко. Типа в то же время вечером того же дня три типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает скромно, три типа стояли, бухали во дворе моего дома. Вдруг откуда ни возьмись появляется парень, самому здоровому из них сходу сует в ебаль. Резко соскакивает и скрывается за дверью моего подъезда. Что было дальше, интересно? Эти в ахуе видят с моего балкона. Тот же парень орет: вам пиздец. Минута ровно, появляется 15 человек сбитыми, и некоторые из них сейчас в клифе с черепами пробитыми. Мораль той басни такова: морали нет вообще. Так ведь легче, это просто слова о том, как обстоят дела здесь, в Москворечье. Мораль той басни такова: морали нет вообще. Так ведь легче, это просто слова о том, как обстоят дела здесь, в Москворечье. Ностры, для борса, кастеров и колхозных отморозков. Настроение раста, настрой, вскрытие мозга. Битос, Мико, Грация, с 2009, Москва. Может, порой жестко, да, но мы ведь
ведь из одной плоскости, бро, тогда прости. А если серьезно, просто охота, пока не поздно успеть еще что-нибудь до тебя донести. Этот картавый MC не может бесить, и ты в курсе, где меня найти на кузне. Прежде чем пиздить, иди попрактикуйся. Того и гляди, собака из мультика случайно укусит. Пока стрелки будут идти, я буду мутить, и мне не важно, сколько вокруг будет наших. Чему-то, видимо, суждено произойти. На этой станции надо сойти, вагон слишком продажный. Лучшая ганджа, которую можно найти. Гуф тоже тут, плюс нихуёвый продакшн. Ты скачаешь это по сети или купишь CD. А что будет впереди, жди. Время покажет. Время покажет. Покажет. Время покажет. Время. Время покажет. Время покажет. Покажет. Время покажет. Время покажет. Время покажет.